День добрый. Если у вас стало появляться слишком много рекламы ВКонтакте, допустим, при заходе на страницу реклама появляется слева, справа, снизу, либо появились дополнительные вкладки какие-то, допустим, как «Моя работа» и так далее, и вы пользуетесь Google Chrome, то надо сделать следующее. Зайти в «Настройки», «Расширения». Если у вас здесь есть какие-то непонятные расширения, о которых вы не знаете, то их надо выключить, такие как NetSecurity и вот как вы видите. Это избавит вас от лишней рекламы ВКонтакте. Спасибо за внимание.